Собаку уберите. Тузик. Тебе чего? Собака у вас злая. Сейчас вообще спущу. А ну давай, вали отсюда. Мне ваш адрес дали. По шее тебе не дали. Вали, говорю. У меня деньги есть. Покажи. Я вас тоже. Откуда взял адрес? Ну, пьянь какая-то дала. Говорит, вы развеселить можете? Я могу. Ну, а почему решил попробовать? Потому что жизнь – ад. Я все поняла. Расслабься. Я все сделаю. Денежку дай. Кидаем свои мары на иголки, на иголки. Такая вещь, которая все твои проблемы, ну, как рукой снимет. Ну что, все в порядке? А ты кто? Белка. Да ладно. Я до белки еще не наштырился. Откуда ты знаешь? Все люди немного ненормальные. Никита!
еще. Еще? Ну дай. Еще денег стоит. Мне надо. Всем надо, малыш. Будешь должен. Будь дома, вдруг вернется. Сережа. Будь дома. Я разберусь. Яна! Привет, Гриш, извини, привет. Я опаздываю. Яна, 5 минут. Тут просто, такая ситуация. Что? Понимаешь, я про это. Я не понимаю, про что ты. Да понимаешь ты. Я про Никиту. Давай так, чтобы все было понятно. Мы разошлись. У него своя дорога, у меня своя. Да подожди, Яна, подожди, Послушай. Никита... У него проблемы. И я имела все шансы эти проблемы от него получить. Неужели непонятно? Яна, так ты его не любила? Значит, не любила. Никита из группы ушел! Если спишь с кем попало, рано или поздно получишь проблемы. Он же хороший человек. Знаешь, сколько зла приносят хорошие люди? А ты красавчик. А ты знаешь, что выше неба? Постой, нарушь мой покой. Следом ты заставь дышать лишь тобой. По губам захочешь вдруг узнать меня вкус. Просто улыбнись и меня коснись. За свои желания борись. И знай, что я с тобой играть не боюсь. За тобой иду не смело, пусти кровь по венам. Сокращаем расстояние. Да. Это словно ток по телу, что тебе сказать хотела. Абонент временно недоступен.
Алло, Сережа, это я. Как ты? Он не пришел. Ты нашел его? Найдем. Все будет хорошо. Не волнуйся. Пока. Я еще в Светлогорске заразился. Светлогорск, знаешь, у нас там весь двор кололся. И брат мой Тимур, он умер. И Леха, и Миха, и Новики, все кололись. Такая мода была. Город света. А знаешь, что многих спасло? Бедность. На наркотики просто не было денег. Экономили на всем. На шприцах. Я, кстати, тоже почти бросил. 1.5 года не притрагивался. А потом узнал про этот ВИЧ, и все равно стало. Я с ВИЧ живу уже 10 лет, и знаешь, что я понял? ВИЧ не так страшен, как наркотик. Ты так думаешь? Я знаю. Мы разыскиваем молодого человека, который вчера ночью предположительно уехал на такси. Угу. Вот его фотография. Ну, я его подвозил. Угу. Сергей Николаевич? Подожди, потерпи немного, сейчас станет легче. Я тебе помогу. Я тебе обещаю, ты больше никогда не будешь страдать. Не-не-не-не. Ну чё звал? Не видишь передоз? Выноси. Странный парень. Молчаливый. Я ему рассказываю, он слушает, а сам ничего. Сказал ехать в частный сектор, в район Кольцевой. В какой он дом пошел, ты видел? Да, вроде. Да там гадюшники такие, наркоманы тусуются, шваль всякая. Поехали туда. Ну что, тут за неделю... Окей. Ну давай, счастливо. Ну все, пока. Аня, иди сюда. Ау. Что такое? Проблема. Да какая это проблема? Это хороший мальчик. Сколько он тут? Ну, несколько дней.
Сам пришел? Сам пришел и денег принес. У него у нас реальная проблема. У него батя полкан. Да ладно. Если хватится, всех повяжут. Ты уверен? С моего факультета музыкант. Так, пойдем со мной. Миша! Миш, выгоняй мою машинку. У нас проблемы. Все на выход. Давай, руки бегом. Бери, а? Ты что? Ну, куда? Пошла пусти! Отсюда! Иди сюда, родимый. Держи ноги его. Тише, тише, малыш. Малыш, концентрируемся. Тихо, тихо. Тихо! А у нас для тебя сюрприз. Бонус. Дергайся. Садите его сюда. Головой ближе к ней. Одевать? Ну, одевай. Буду ждать в машине. Подними его. Дай нам несколько минут. Угу. Все, пошли. Ну, давай. Угу. О, ментовский сынок с трупом. Что, будешь его папу шантажировать? Ты фотографируй, фотографируй. Пригодится. Иди. Сиди в машине. Когда уже эти все хибары снесут нахрен? Тихо. Господи, что он здесь забыл? Осторожно. Кололись они тут, что ли? Нет, Льва Толстого читали. Ну, его здесь нет, уже хорошо. Никого нет, что не видишь, ждали нас. Шмотки похватали и смылись. Сергей Николаевич. Яна, послушай, Стас, пожалуйста. Мне это не интересно. Зачем ты меня сюда позвал? Вот. Стас. Скажи, откуда в тебе столько самолюбования? Ты же еще ничего в жизни не сделал. Подожди. Я жду. Многие
считают меня крутым. Ты не крутой. Я артист. Скажи, зачем ты меня сюда позвал? Кадрить? Стасик, не трать свое время. Мое время. Вообще, время. Приятного вечера. Ну что? Пока не нашли. Я все уже обзвонила. Но он из города не уехал. Не представляю, где он может быть. Здесь он, здесь. Не надо было на него кричать. Эй, а я тебя знаю. А я тебя нет. Ты музыкант из группы «Перфект», Никита. Давай помогу. Не знаю такой группы. Что, совсем плохо, да? А я где? В центре. Какой сегодня день? Время сколько? Пятница, а время я не знаю. Часы никогда не ношу. Пятница. Так что, загулял, что ли? Ты из универа? Угу. А зовут? Оля. Слушай, Оля, а где метро? Там. Блин. Мобила села. А ты хочешь позвонить? Нормально все со мной. Что с твоим телефоном? Телефон сел. Алло, Никита, где ты? Где ты находишься? Я в городе, у друзей. Адрес, я сейчас приеду. Слушай. Что? Пап, говори, где ты находишься? Ты прости, что я деньги эти взял. Что? Мне стыдно. Да черт с ними, с этими деньгами. Адрес скажи, где ты? Никита, где ты находишься? Слушай, ты скажи там маме, чтоб не волновалась. Я... позвоню скоро. Что значит позвоню? Немедленно домой! Ты меня слышишь? Выключи его пока совсем. Тебе в таком виде домой нельзя. Пойдем со мной. Thank you.
где ты так умудрился куртку порвать? Где моя майка? На стуле. Так пахнет, ты не привык. А вот в Индии запахи вообще никого не смущают. И когда ты в Индии была? Год назад. В массовках снималась. В Болливуде, что ли? Угу. Там постоянно европейские лица нужны. А я даже в одном фильме английскую девочку сыграла. Точку вельможи. А я тебе сделаю чай, как в Индии. Спасибо. Если на факультете учишься, ты в курсе уже, да? Ты поэтому так напился? Типа того. Зачем? Забыться. Но ведь все происходит здесь, в голове. Ну и здесь. А яд, он есть яд. Им же не поможешь. Так зачем кровь травить? И что, тебе не страшно? А чего бояться? Странно, что чай иногда больше удовольствия, чем наркотик приносит. А страх, он тоже вот здесь. И чувства тоже. И когда там порядок наведешь... Расскажи мне про свои путешествия.